А помните, приходилось мне как-то обращаться за помощью горожанам? То денег на дорогу не хватает, то сумки нужно помочь занести. Пришла моя очередь помогать горожанам, как они отреагируют на мое предложение им помочь. Я за вами наблюдаю, мне кажется, просто у вас такая сумка тяжелая, вы ее еле тащите. Давайте я вам помогу. Да нет, спасибо. Мы можем вот схватиться, например, я одну это ручку, я просто другую. Я еду не тороплюсь. Вы не устали, то есть. А вам часто вообще предлагают помощь какой-нибудь на улице, если, например, вот так вот приходят сумки такие? Давайте я вам помогу. У вас сумки тяжелые, давайте помогу. Вам куда идти? Давайте вторую тоже. Ручку. Давайте. Я тяжело вам. Они не тяжелые. Вам куда идти? Туда? Нет. А вы куда едете? Курагина. А что, почему никто вам с вами не приехал, не проводил вас? Бабушке жалко просто еще. У нее на самом деле никого нет. Она едет в Курагина. Уехали с таксистом, у него сломалась машина, таксист даже не вышел, не помог сумками дотащить ее, она вот с ними вот так вот ушла, и она все плачется, говорит, что у меня никого нет, она едет в Курагино, я говорю, спрашиваю, кому ты едешь, она говорит, мне некому ехать, у меня ни здесь никого, ни там никого, ей никто не поможет даже, как вот с такими, Виктора, никто даже не помогает, она стыд потерянная, она даже не понимает, где кассы, где что, как вообще, куда идти, стыд с этими сумками, и все время только повторяет, мне, наверное, на вас, наверное, Бог послал. Мне жалко, жутко, на самом деле. Ну, таким надо помогать, конечно, бабушка. Давайте я вам помогу сумку. Тяжелая? Нет. Точно? Нет, сумка не тяжелая. Я бы дотащила, куда вам надо. Тимур, ты есть еще в наше время, как думаете, помогает вам? Ну, наверное, нет. Вам помогают? Сумки дотащить тяжелые все-таки? Да, помогают. Помогают? Здравствуйте, давайте я вам помогу сумки дотащить. Тяжелые? Не тяжелые. Спасибо очень большое. Очень добрый. Да, ладно, мужчина бы помог, а женщина, ну как? Ну просто вижу, что в обеих руках сумки. Да, ну я же мужчина, нормально. Тут да, тут похвально. Да. Вам помогает вообще переходить там дорогу, сумки дотащить, помогает? Да. Давайте я вам тоже помогу. Мы сейчас дождемся с вами зеленого сигнала, которого я... Было такое, что вот я, допустим, шла с сумками такими. Подошли ко мне, подошел парень, давайте я вам помогу, пожалуйста. Донес. Бывает, да, такое бывает. Ну, если прям вообще сумка очень тяжелая, то да. Сами подходят или? Да, сами подходят. Нет. Почему? Ну, потому что я сама двигаюсь еще. Это, наверное, кто не может уже двигаться, тому помогает. Как помогает? Скажи. Я беру ее сумки, но она все равно говорит, что, типа, много не бери, а все равно нет мне как-то груз на себя возьму. И вот так вот я несу. Боль такая тяжелая, она свою сумку. Удивительно, но люди почему-то отказываются от помощи. Может быть, считают, что они сами справляются вполне хорошо, и сумки не сильно тяжелые. Но вот молодые девушки, тетеньки среднего возраста отказываются от помощи. Бабушки, конечно, не отказываются, потому что им на самом деле тяжело, и им действительно нужно помогать.